Здорово. Беброчка видео? Что? Реально? Вот. Нельзя вернуть. Ой-ой-ой. Это что? Флешбэк? Нельзя вернуть прошлое. А у меня iPhone 8. Нельзя вернуть прошлое. Мы в шаге, мы в шаге. Нет. Проблема следующего характера. На ссоры. Каждый. Ну, конечно. Шагольник мне не говорите. Арбузов Николай Александрович. Конечно, можно. Мы готовы. Что-то я аж напрягся. Так, загадочно. Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Мы готовы драться. Алексей Кореш и Александр Парадеевич. Теперь официально муж и жуж. Ублюдок! Сколько у тебя кубков? 5000. Беру двумя руками, сую между ногами. 5 минут потею, а потом балдею. Это велосипед? Я сейчас обоссусь. Девушка, аккуратно, у вас свинья меж ног. Ой, какой же... Я думал, тогда были только кринжовые шутки, нет. Есть хорошие, хорошие пролетали. Здравствуйте, охрана. Мы снимаем видеоролик. Такой классный. От души. Самое главное, что по душе была шаурма. Привет, ребята, вам не холодно? А мне вот холодно. Бедолага ходит, охраняет нас. Я выйду его. У меня лампа перегрелась. О, щит. Привет, красивый. Здорово. Почему VRL донат не работает? Как дело? Донат VRL не работает, к сожалению, потому что если донаты будут VRL, то они будут жестко глушить звук. Челябинск на связи, спасибо тебе за прошлый донат. Ребята, если что, на почту присылайте свои эти, как они называются-то, предложения о сотрудничестве там. Вот если вы хотите мне заслать что-то, присылайте, реально, буду всех отсматривать. Здорово, Франкенштейн. Ой. У меня лампа перегрелась. О, щит. Сейчас ко мне зашла соседка, позвонила в дверь, я думал, это из-за вчерашнего стрима, что-нибудь мне предъявить. Но она, короче, пришла с бутылкой вина со штопором, говорит. Сыны шлюх, ебаный. Кореш, ты пьяный, что ли? Почему я пьяный? Глаза мне смотри, нах, какой я пьяный? Я ну я не пьяный. Блять, у меня глаза цвета говна, блядь. Какое говно, нах. Просто, блядь, насрали в туалет. Не пиздец, у меня глазки, конечно, я его в рот ебал. Вообще здесь можно снимать? Ну вот с камерой. Сколько я знаю, в парке вроде нельзя снимать. А, анальянс, это практик. Согласовывать надо? А что вы здесь снимаете? Мы разговариваем про... Вася мусорнулся, слышите? Ну как это? Охренкнулся, охрюкался. Просто пошел, своего же кента сдал охранникам. Крыса на корабле. Серьезные вещи, ребята, типа анального секса. Вы в парке Горького находитесь. Ребят, профессиональная видеосъемка запрещена. А когда-нибудь у вас был геморрой? Мы помогаем людям в борьбе с геморроем. А, ну тогда, мне кажется, можно им. Нет, запрещено. Это нам, получается, уходить надо. На выход. Че, обоссанный, с него течет он. Ты тоже давай. Саня! Отсюда. Саня! Прячься! Лично мы не любим. Можно с вами согласовать съемку? Можно снимать? Спасибо большое. А вы кто? Конституция Российской Федерации? Это я. Как же я уебелился. Ты с такой причиной на оборотня похож. В алкогольном опьянении, говорите? Ну, пригубили, извините, елки. К вам подошли нормально, вы начинаете язвить. Зачем? Я к вам нормально изначально подошел, вы начали язвить. Я не знаю, как он с вами разговаривал. Начали подошел. Я подошел, начал нормально говорить. Не так, Раш? Слушай, ты начал мне язвить. Каким образом? Ты от меня не отворачиваешься, когда я с тобой разговариваю. Вы, наверное, нормально разговариваете, вы сотрудник при исполнении. Я могу быть сейчас не сотрудником при исполнении. А это угроза? Куда вы отворачиваете бейджик? Вы сотрудник? Меня я хотел поставить бейджик. А я тебе могу руку сейчас за это сломать. Покажи свой бейджик. Какой ты есть? Что мне твоя конституция? А? Уроза, покажи, где уроза? Выключи камеру, пообщайся как мужик с мужиком. А? 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 Выключи камеру, пообщайся как мужик с мужиком. А? А? 10 000 зрителей! Ура! Вы сейчас позоритесь на 10 000 человек. Ребят, зацените, с охраной ходим. Конституция Российской Федерации разрешает снимать вопросы.
Спасибо большое. А вы кто? Конституция Российской Федерации? Это я. Можно сфоткаться? Да, конечно. Извините, пожалуйста. Можете сфоткать? Что тебя дома ждет? Что меня дома ждет? Почему мне из милиции звонят, завтра вызывают в отделение? В смысле в отделение, пап? Сколько раз я тебя пап, спасал? Я ничего не делал! А почему ты тебя краснею постоянно? Из-за чего? Пап, я ничего не делал! Ты опять пьешь? Каждый день ремня дает, если что-то не то делаю. На минуту, блин, выключил компьютер, позже ремня дает, сразу же всыпал. Давай догоним. Пошли. Я пошел догонять чуваков, которые за предку стреляли. Чего, ты не такой смелый, да? Ладно, я убью. Ебать, я подкаст сделал, там газон был полит, я бежал за стример-снайпером, и когда начал тормозить, я подскользнулся, и просто как в Warface подкат ему сделал. Нихуя себе! Другой, если еще чел кричал? Да, другой чел кричал. Все там. Да, привет, Кирилл кричал, да? Давайте позвоню ему. Давай, зови друга. Он пьет? Конечно. Все, стресс море штаны наложил. Вот такой у тебя друг чел. Чел. Какой кукин бабки. Опа, спасибо за донаты. Степа, Флес, нихера ты разорился, дядя. Куда такие деньжищи? О, Марпоки! Братик, остановитесь! Ну что вы делаете? Сонечка, куда? Ошалей. Я ёбаный долбоёб, нахуй. Вот это текст. Шрифт зачетный. Ну такая ностальгия некая. Реально. Не, не пропускал давно. Сейчас посмотрим тогда Оазиса. Анбоксинг. Ну тогда Ярова видос глянем. Извините меня. Что там контент-мейкер намутил? Меня, а вот это уже имба. Пум-пу-ру-пум. Птенчик. О, сыр. Бля-бля. Сырный вулкан Влада А4. Никто не знал. Вот next stream картинг. Дурак, блять. Что это не анимация, шлёшь? Это не картина, это не рисование, это фотография, настоящая фотография. Влад 64 сделал пластическую операцию, вот сейчас чуть... Ну так, короче. Вы первые увидите не я. Это гнездо, правильно. Вы первые увидите не я. Куропатки. Сделала гнездышко, тут яички свои положила. Для чего? А яички для здоровья. У каждого мужчины есть две... Яички. Яички, если то... Ой-ой-ой. А яички есть? Ладно. О, ёптай, в одно ухо бас. Почему меня по одному уху бьют постоянно? Что, Габ? Габ решили уйти не только от Кенни, но и из России? Я только заказал 6 худаков. Пиля. Ах, тебе я же на Авито заказал. Тогда насрать. Да, блин. Там чипсов, ебать, там все. Кукурузная папочка. А, это кукурузные папочки. Она основное блюдо, я чего буду есть? Правильно. Чипсы, сырный монстр. Лимонтант. О, клоун кола. Я не клоун. Но. Чуть гнездо нахуй с птенчиками не посыпалось. Ашалей. Ща. Так выскочил. Ха. Good. Ну вкус есть. Сук. Ну вот это распаковал, так распаковал. Хорош.